Тут вот на набережной прям кафешка итальянская. Вот такой ценник желающим тут перекусить без проблем. Столики вот так под деревом, уютненько. Место такое романтичное, прям на берегу. А я предлагаю вам подойти, посмотреть, как сегодня рыбачки выступают, местные. Hefty. You fish him? Yeah, yeah. Have we? You want? Fish him? No? Fish you have? Yeah. Where? Разматывают вот так, видимо, и забрасывают без всяких удочек. Далеко бросил. Hey, my friend. Have fish? You have fish? На червячков вот на этих ловим. Не особо разговорчивый, не могу вам даже показать, что там они поймали. Крэбики вон ползают по камням. Видно, не видно, вон побольше вылезает. Фиш! О! Мини-фиш! Фиш, смотри. Видно вам, не видно, прям большая стая маленьких рыбок, очень прям большая. Вода чистейшая, конечно. Вот так вот на бутылочку он леску сматывает. Как он ее там разматывает, закидывает, непонятно нифига. Еще немножко ветер дует, леску парусит, за камни цепляется. Такая не совсем удобная рыбалка. А, похоже, он свою наживку подтягивает сюда, поближе вот к этой стае. Он дальше закинул, чем эта стая. Ну, ничего не пойму. My friend, I look. Ну, видели? Грузило. Крючочек. Забрасывает, как обычную донку. Today you have fish. Huh? You have fish. No? I don't get. Don't get? Пока, говорит, не поймал ничего. О, very good. Very good. I look. Fish eat bread. Бред. Рыбу они тут ловят на хлеб, оказывается. Можно тут присесть чуть, чтобы не мешать парню. Посижу с рыбачками. Все-таки у меня такая же рыбацкая душа, как и у них. Интересно, на кого такой крюк и куда он там хлеб насаживает. Это обязательно нам с вами надо увидеть. Oh, my friend, where bread?
просто привязывает хлеб, видимо, петлей. Вот такое устройство получается. Я, честно говоря, первый раз способ рыбалки такой вижу. Ну и вы, наши рыбаки с России, учитесь новому способу. Пробуйте на своих водоемах. Получится, не получится. Мне самому интересно, что он сможет поймать. Зацепил он этот свой крючок громадный. А, оп, пошло. Не, не пошло. Видите, как натягивает, резко отпускает, чтобы это отпружинил там крючок и отцепился. Не знаю, конечно, крючок такой на кого. На акулу, может, на какую. Интересно было бы посмотреть. Я бы на его месте залез бы в воду, отцепил бы крючок, спас. А вот какова реакция будет его, сейчас посмотрим. Ну что, народ, убедились, у рыбачков в разных странах мысли схожи, думаем примерно одинаково. Я в очередной раз забрел супчика поесть. Идет дождик. Спокойная такая умиротворенная обстановочка. Жду свою порцию. Эй, эй, кто? My friend. Two, eight. Зад, ноги! Али баба, они там далеко. А пасху, али бойку засал. Hi, my friend. Very good taxi. Yeah, how much go to Nungwi? Nungwi. $30. $30? Yeah. Okay, I think, okay, my friend. $30, $25. Very good taxi. Okay. Do you need my telephone number? Huh? Do you need my telephone number? No, no, thank you. I think, okay, I no understand how much you take it. Ah, okay, thank you. Okay, my friend, thank, okay, thank you very much. Такси very good. Давай. New такси. Да. Вот у парня сейчас осьминог сошел и чернила оставил после себя. Видите, вот черные на воде.
Только что он его подсекал. Не знаю, получилось на камере. Так, ну что, ждем, пока осьминог подойдет, будет клевать. Он плывет, плывет осьминог. Видно, не видно, за воблером. Давай, хватай. Вот он крутится. Схватил. О, чернил сколько оставил. О, very good, my friend. Кайлу. Вот он схватил, попался. Чернила, видите, тоже после себя оставил вон на воде. Вот черное пятно. Ух ты, что придется дальше. Конечно, это вот он чернила так выпускает. Hey, look, my friend. Way big. Да, один большой вон какой лежит. Блин, не видно. Большой один попал. Кстати, ребят, кто из вас рыбаки, если в Таиланде наблюдали, то они совершенно другую проводку используют, когда на воблер кальмара или осьминога ловят. Они резко дергают спиннингом, подбрасывают воблер вверх и ждут, пока он свободно опускается на дно с какой-то паузой. Потом опять резко поддергивают. А эти тут ребята ведут медленно, как будто воблер наподобие рыбки по дну не спеша движется, корм ищет. И в это время вот кальмар и осьминог хватает его. Тут еще большой плюс, что очень чистая вода, и сверху он прям видит этих кальмаров и осьминогов. А в Таиланде так сверху половить не получается, все с берега спиннинг забрасывают. О, fish small, my friend. Good. А рыбка прям сильно на тайскую похожа, вот таких я там ловил, тоже с таким пятном около хвоста.